Товар мой, верни. Я взял его с полки, это мой товар. Давай. Давай. Вам сказали, без маски не обслуживать. Своровала? Что ты меня снимаешь? Фамилию, представляешься? Приветствую, дорогие друзья. Оказывается, чиновники тоже смотрят YouTube. Думаете, для чего? А для того, чтобы отслеживать действия нормальных людей. Чтобы потом этим нормальным действиям противодействовать. Каламбур какой-то. Совсем недавним прошлым, если не пробивали чек, люди просто оставляли деньги и забирали товар. Это потом пробить. А это ваша проблема, пробивайте, мы же предлагаем. Но я не могу это пробить, потому что у меня будет штраф. Вы будете пробивать по кассе или мы пойдем? Мы деньги вам положили, вот, 105 рублей. Не будет, Лена, все, пойдем. Так вот сейчас продавалкам раздали методички о том, что им нужно выхватить его у человека, в смысле товар, и спрятать под пол или еще куда. Ну а это уже попахивает открытым хищением и воровством. Ну что же, будем наказывать этих воровок. Оператор 113, Нижний Тагил, слушаю вас. Алло, здравствуйте, а заявление можно оставить? МВД. А что у вас случилось? А кража товара. В магазине? Да. Как магазин называется? Мегамарт Черноисточинская, 49. Шоссе 49, да? Да-да. Вы сотрудник? Нет, покупатель. Кто вы первый объявляетесь? Покупатель. И вы заявляете о краже? Да. А почему не сотрудники вызывают заряд? Так сотрудники у меня товар своровали. Вы как покупатель, и у вас сотрудники Мегамарта своровали товар? Да. Я взял его с полки, и с этого момента по Гражданскому кодексу товар считается мой. Я подошел на кассу, сначала один кассир выхватила у меня товар и убрала его под стол к себе. Своровала у меня товар, мой товар, понимаете? Затем... Чем она объяснила товар? А не знаю, ничем пока. Затем я повторно взял тот же товар, пошел уже к другому кассиру. Кассир выхватила у меня товар и убрала под стол, также своровала мой товар. Понимаете, по Гражданскому кодексу, когда товар я взял с полки, он мой считается. Пожалуйста. Да, Владимир Ильич, да? Да. Контактный номер телефона ваш на 3398. Да. Проживайте в Тяжке 15. Я приняла звонок, передаю в полицию. Имя, фамилия, отчество. Пожалуйста. Но все на бенчике. Я хочу, чтобы вы языком представили. На бейджи у меня все, пожалуйста. Вы же снимаете. Товар мой верните, пожалуйста. Что случилось? Товар не возвращают. Отказ в обслуживании. Без маски не обслуживают. Отказ в обслуживании. Без маски не обслуживают. Ну, будем стоять. Так вы верните мой товар. Вы почему это мне там очередь. Без очереди обслуживаете? Почему без очереди? Без очереди. Я первый стоял в очереди. Мужчина, вы знаете милицию? В очереди я стоял первый. Полицию вызывайте, если ваша тема. Мой товар верните. Это не ваш товар. Это мой товар. Я его взял с полки. Значит, уже мой. Значит, я уже оферту акцептовал. Полицию вызывайте. Вам надо вызывать. Без маски можно ходить детям? Можно? Я говорю, без маски не обслуживаю. 320. Какая разница? Большая разница. Маленький. Обслуживать будете, нет? Масочный. Ну представляйтесь тогда. Пожалуйста, на кого жалоба? Ну и что, может не снимется? У меня все написано на бейджи. Бейдж-то для... Штраф будет? Причем тут бейджик? Словами бейджик говорите. Бейджик для какой цели одевается? Как вы думаете? Говорите словами. Я вам все ответил. Словами говорите мне, кто такая. Голос не повышайте. Бейдж, а ты на меня не повышай, иди работай. Так что прежде чем пиздеть, ебло побереги. Давай. Вам сказали, без маски не обслуживают. Ты втираешь мне какую-то дичь. Что ты меня снимаешь? Фамилию, представляешь? Вовка Пупкин, блядь. Давайте мне товар мой.
маску оденьте. Товар мой, давайте. При чем тут маска? Обслуживать будете масочный или нет? Масочный режим в магазине, видеонаблюдение. Ну и что мне это ваше видеонаблюдение? Товар мой отдайте, потом оплатите. Я платил вот деньги. Масочный режим. Товар-то мой отдайте. Я вам еще раз объясню. Ну отдайте товар. Я не могу вам отдать, его надо оплатить. Ну я пойду новый что ли возьму с этой с полки. Это воровство уже считается. Какое вы взяли мой в магазине работает. Вы мой товар взяли сейчас. Я у вас его не воровала или что? Вы оплатили его? Мой товар, вот я оплачиваю. Маску, без маски оденьте, не обслуживают мужчины. Какая мне разница, что у вас тут делают? Вы полиции будете рассказывать, какая вам разница. Давайте мне мой товар. У вас полмагазина без маски. Что вы мне тут рассказываете? Вон сейчас ваша... Вон стоит, видите, продавец? Какой без маски. Продавец? Ваш продавец какой? Нет, вон, обернитесь. Нет. Вон за стойкой МТС. Это не наш, наш сотрудник. Ну какая разница, он у вас большая тут выходит. Разница. Большая разница. Товар не верните мой. Полиция приедет, вам не начал рассказывать, я вам расскажу. Товар мне мой верните. Представляться будете, нет? Я вам сказала, все на бейджи указано. Что мне представляться? Давайте бейдж. Пожалуйста. Товар взяли мой? Не отдаете? Я не брала ваш товар. Сейчас я новый принесу. Вам еще раз повторить? Повторите, имя, фамилия. Без масок мы не обслуживаем. Вы зачем мой товар взяли? Он еще не ваш, он еще наш. Это воровство, понимаете или нет? Какое воровство? Это вы... наш еще товар. Вы я взял нет? У вас в полке, это мой товар. Нет, вы его не купили, у вас денег никто не взял. Да, не объясняю, сейчас приеду. Имя, фамилия, скажите мне. Вы опять мой товар своровали, понимаете, нет? Да, своровала. Своровала? Все, спасибо за признание.